Приветствую вас, дорогие друзья! Мы находимся в доме музей великого армянского художника Мартироса Саряна и проведем несколько встреч с рассказами о его жизни и творчестве. Здание музея состоит из двух частей, которые стали единым целым. Это дом, в котором художник жил с 1932 года, это дом с мастерской, и музей, который был выстроен при жизни художника в 1967 году. Фактически последние 5 лет своей жизни художник жил в своем доме-музее. А после реконструкции в 2016 музей стал 4-этажным. Экспозиция музея построена по хронологическому порядку, который предложил сам художник. И это дает возможность проследить весь путь развития творчества мастера. И здесь, в первом зале 3-го этажа, у нас экспонируется самый ранний период его творчества. Здесь можно видеть юношеские рисунки, портреты, пейзажи студенческих лет и известный цикл акварелей «Сказки и сны». Мартирос Сарян родился в 1880 году вдали от родины, в России, близ реки Дон, где расположилась армянская колония с центральным городом Новая Нахичевань. Здесь армяне проживали с середины 18 века, переселившиеся по специальному указу императрицы Екатерины II из Крыма, куда они вынуждены были переселиться еще в средние века из древней столицы Аны. Память о родине, национальный уклад и быт семьи армяне берегли и проносили через века, где бы они ни осели. Рассказы матери Устьяны Челенгарян запали в душу художника, рождали мечтания и фантастические образы. Широкие приазовские степи, где на хуторе отца Саркиса Сариева прошло детство художника, возле речки Самбек, тоже порождали вселенские космические восприятия мира и покоряли разнообразием растительности, живых существ. И позднее художник часто возвращался к годам своего детства, говоря, что именно в эти годы счастливого детства в нем родился художник. Уже в ранние годы учебы в армяно-русском училище в Новой Нахичеване его успехи в рисовании были отмечены грамотами похвальными. И уже после окончания, в 16 лет, когда он стал работать в почтовой конторе, его увлечение рисованием еще более углубилось. Он в свободное время перерисовывал картинки из журналов и делал наброски с посетителей. Благо, его старший брат Ованес не оставил без внимания это увлечение. Он сам был финансистом, работал у Монташева и предоставил необходимые средства, чтобы брат его получил художественное образование. Попросил своего приятеля, художника Амака Арцетпаняна, подготовить Мартироса к вступительным экзаменам в Московское училище живописи, вояния и сочинства. И Арцетпанян поделился с ним важными указаниями и провел с ним первые опыты на пленэре. И, сдав успешные экзамены, Мартирос стал студентом Московского училища осенью 1897 года. И он прилежно прошел общий курс художественного образования, студируя скульптуры, натуры, знакомясь с различными техниками под руководством таких художников, как Василий Бакшеев, Леонид Осипович Пастернак. Но было важно бы то, что училище тогда приглашало известных мастеров того времени. Они открывали свои мастерские, и Сарян специализировался в 1903-1904 годах в мастерской Валентина Серова и Константина Коровина. Именно эти мастера почувствовали и раскрыли дар художника, поощряли его стремление и поиски собственного самовыражения в искусстве.
И здесь мы уже можем проследить, как в армянских пейзажах прорывается свет вот довольно монохромных пейзажах. И поэтому очень скоро, так легко и смело он встал на путь собственного самовыражения и стал выражать вот этот мир своего детства, который приобрел еще более четкие очертания после первых посещений в Армению в 1901-1903 годах. И вот в его картинах появляются интересные образы в длинных восточных одеждах, образы животных, чаще газели, в среде сказочно преображенной природы, где узнаются гроты, реки и ущелья, узорчатые листья деревьев. Ну и, конечно же, ощущается более связь с армянской культурой, которую художник изучал при своих посещениях, архитектуру, редкие фрески, миниатюру, которую он называл книжной росписью. И в то же время ощущаются какие-то поздние наслоения персидской культуры. Вот в этой работе интересной, которая называется «У подножия Арарата», сказка, или в авторском варианте «Долина поэты». Здесь изображается Арарат в первый раз в его творчестве, но мы видим людей восточной одежде, и здесь женщины идут в чадре. Происходит какая-то беседа между двумя персонажами об этой стране, об этой земле. Эти акварельные работы художник выставлял на выставках «Алые розы» в 1904 году в Саратове и затем в 1907 году в Москве «Голубая роза». Эти выставки русского символизма объединили выпускников Московского училища, которые стремились выразить свой собственный мир, побороть школьные правила и выразить свои мечтания и фейерверки. И выставка «Голубая роза», которая была организована меценатом Николаем Рябушинским в Москве на улице Мясницкой, фактически впервые представила московской публике художников. Это были Павел Кузнецов, Петр Уткин, Николай Сапунов, Сергей Судейкин, Мартирос Сарян. О них заговорили, стали спорить о новизне их творчества. Это все было очень ново и после академического искусства воспринималось, конечно, с трудом, но новое искусство уверенно пробивало свой путь. Вот прекрасная работа цикла «Сказки и сны», «Любовь-сказка». Мы здесь видим целующуюся пару, и в наши дни почему-то часто возникает вопрос, не две ли женщины здесь, но здесь, я думаю, здесь все понятно. Настолько правильно очерчена форма женского тела, и здесь юноша, в персидской культуре часто носившие длинные волосы и на каблучке это туфля макуб, которую одевали и женщины, и мужчины. Но не это важно для художника, ему важно показать, как идентичны вот эти двое в любви, соединяется не только тело, но и дух. И фактически можно воспринять, что они создают вот это древо жизни, вдвоем их сомкнувшиеся тела, а волосы их струятся, как ветви дерева, которые здесь уже повторяются. Линия поцелуя тоже повторяется в линии их сомкнувшихся подбородков, а также в линии соединения воздуха и моря, моря и суши. И все это вокруг целуется, полнится любовью, гармонией, красотой, всем тем, что так будет необходимо 20 веку, потрясенному катаклизмами, революций, геноцидов, мировых войн и вплоть до наших дней.
И все это необходимо обрести человеку хотя бы в мире искусства. Здесь мы видим цветущее дерево, такое свежее дыхание весны. И это тоже восприятие Сарьяна, мировосприятие его философии жизни, древа жизни всегда нам показывает, что жизнь в природе вечна, и его восприятие подобное связано с тем, что каждый год он наблюдал, как отец сеял семя в землю, оно взрастало, поднималось, становилось деревом, затем цвело, давало плоды, и этот цикл продолжался каждый год. Поэтому он говорил, что жизнь вечна, природа отражается в человеке, а человек в природе, и жизнь вечна, и нет смерти. Так он воспринимал жизнь, и это во многом помогало ему выстоять годы довольно тяжелых потрясений, которые пришлось пережить и художнику, и его времени.